Итак, всем здрасте, пацаны, товарищи. Итак, сегодня с утреца я сделал туториал на аккордеон. Сектор газа, грязная кровь, но на аккордеон. Секунд через 15, не, ладно, без привлечений, 14, да. Подобрал на балалайке. Там, на самом деле, все ноты достаточно близко расположены, поэтому, ну как, далеко прыгать тут не придется. Ну, хотя, сначала давайте, ну, постараюсь полностью сыграть, а дальше вот сейчас. Просто так, тут я придумал такой примитивнейший аккорд, пятый лад, зажимаем вторые струны, 5, 0, 5, 0, 5, 7, это 7, 8, это 10, я вот мизинчиком, вот, блин, ну. Потом 7. Это вот, то есть я немножко не то сыграл. Пардоньте. Я перепутал. Как всегда, что-то напутаю. Так. Вот так это выглядит на самом деле. Так. То есть, там, ре-ля-ре, потом, до, то есть, ладно, я знаю, что никто нот не знает, я тоже не знаю, естественно, вообще, поэтому по-нормальному, по-пролетарски, циферками. 8, 3, 8, 7, 5. Все. Потом, это вот первый раз играем, потом второй раз играем. И тут играем 8. Так, это 8, да. 7. 8, 7, 5. Все. Еще раз, как говорится, ради звука, повторение мать учения. Это вот начальный проигрыш. Там дальше тун. Тун, ду, тур, тун. То есть там идет уже такой тяжелятина, которую я не стал подбирать вообще. Потому что это лезть надо в гитарные аккорды. А это уже, знаете, такое не царское дело. Я как-нибудь потом это сделаю. Не сейчас. Ни в коем случае. Потому что сейчас, как всегда, вот так пальчики сделаются. Потому что я сейчас попервой сейчас напрямую сделаю аккорды какие-нибудь, да. То есть у нас тут мимиля, и все. То есть, а в гитаре там, соответственно, другие вообще струны, по-другому они настроены, если кто не понял. Поэтому транспонировать вот сюда вот, это придется вот это вот делать, вот так тянуться, как всегда. Ну, я этого делать, конечно же, не буду. Так что все, думаю, все понятно. Тут даже, мне кажется, в каком-то плане проще, чем на аккордеоне, только вот это... Мизинчики тянуть сраные, блин, нафиг. Все, всем пока.